реновации на Ангарской 33. Вот так выглядит сегодня, 27 августа 2019 года. На пересечении Ангарской улицы и Королевского шоссе строится дом по реновации. На мой взгляд, замечательный дом. 15-этажный. Быстро строится. Все дома новостройки быстро строят в настоящее время. Сегодня 27 августа 2019 года. Дом по реновации на Ангарской 33. Так выглядит сегодня в районе Западной Тибуна. Северного округа, город Москвы, столица.